Следующее задание называется «Спасибо за совет». Сейчас мы его начнем. От угроз моей семье к радушному приему. Дэмиан знает, чем меня зацепить. Ладно, рискнем. Так, добраться до источника сигнала и найти звонившего. Это то, что мы будем сейчас делать. Да, давайте поднимемся сюда, наверх, если можно. Отлично, можно. Сейчас мы это все проанализируем. Поток разделен. Значит, и щитков там два. Ага, где-то еще такая штука должна быть. Сейчас мы ее должны будем найти. Вот она, по-моему, там наверху. Так, туда можно будет как-то подняться. Можем взорвать. Но это нам ничего не дало. Ой, блин, и активировать это мы сейчас не сможем. Нет. Предохранители. Камера. Не знаю, попробовать что ли через камеру. Мы это сможем увидеть или все-таки нет. Давайте посмотрим. Так, кажется, вот здесь у нас получится что-то сделать. Да, смотрите. Первую мы нашли и открыли. Лишненько. Так, что у нас здесь? Там взорвать предохранители. Все только взорвать и взорвать, а активировать мы не можем. Ну, подождите. По-моему, вот сейчас мы сможем это активировать, если подойдем ближе. Нет, смотрите, не получается. Так, ну где-то у нас должно быть в этом радиусе. Это все должно находиться. Может, где-то вот в этой стороне даже. Да, давайте посмотрим в эту камеру. Спустим лифт, а то он нам мешает. Есть. Все, открыли, доступ получили. И теперь мы должны будем взломать эту штуку. Так, ну что, поехали. Отличненько. Открываем. Так, и теперь вот так вот повернуть. Следующее. Так, где же начало? А если так повернуть? Нет. Вот здесь надо. И здесь мы откроем. Отлично. Так, теперь так, и здесь вот. Ой. Отлично. Это еще что? Кандидат. Так, что мы здесь должны взломать? Вот это что-то непонятное. Взломать должны смартфон, но что-то он не хочет взламываться.
Ага, вот здесь камера. Телефон взломали. Нарисовался-таки. Но тебе бы только за тенью побегать. Как делишки? Брэнкс. Он что тут забыл? Прости, что заставил побегать. Вижу, хватку ты не потерял. Есть дело. Так что не мешкай. Сигналка сработала. Вали. Это в планы не входило. Но что уж теперь поделать? Выбирайся. И милости просим. Зачем он угрожал Нике? Наши пути разошлись. После Мерло. Пора бежать. Похоже, да. Для вас, Громилы, есть новое задание. Ноги в руки и вперед. Это еще кто такие вообще? Раскройтесь или убейте устранителей. Наше следующее задание. Так, надо будет как-то вот сейчас их здесь взрывать. Давайте попробуем. Вот здесь. Отлично. Этот говнюк. Никак его не получается взорвать. Очень жаль, да. Напугался, да? Убийство стрелка, смотрите, мы убили кого-то. Так. Блин, а просто так мы отсюда уйти не сможем. Давайте предохранитель поднимем. Спрячемся здесь и будем сейчас пистолетом их убирать. Враги нас преследуют. Понятно. Ага, вот там какой-то снайпер есть, смотрите. Супер. Еще приехали гады. Так, если мы сделаем... А, нельзя. Генератор помех. Ловушечка. Нет, винтовочка. Первый готов. Стоп. Вот гад, хотел залезть сзади. Говнюк. Да, обходят с фланга, смотрите. Умные твари. Так, их осталось всего четверо. Так, здесь вроде кто-то есть. Стоп, стоп, стоп. Да елки-палки, все же не попадают. А. Отлично. Выстрел в голову. Так, по-моему, едут уже копы, что слышно по звукам. И остался последний где-то. Есть. Угроза устранена, отличненько. Теперь можем отсюда убираться. Ладно, Дэмиан. Поговорим. Так, отследите звонок и найдите Дэмиана. Ну, на карте он уже отображается. Мы его практически нашли. Сейчас отметим цель. Возьмем тачку и приедем. И отследим этот чертов звонок. Найти бы машину без человека. Ага, вот она. Плохо дело. Плохо. Дороги. Вот
люди вообще ходят по дорогам. Мешают. Так, ну машинка такая прикольная, я смотрю, на поворотах. Легко с ней управлять. Правда, немного задавили человека, но ничего страшного, здесь их много. Одни меньше, одним больше, ничего не будет. Так, вот практически мы достигнули нашего места. Просто надо будет подняться сейчас наверх. Разве не умница? Я плачу. Дэмиан. Соскучился? Твой хрен звонил, Ники. Что нужно, Дэмиан? Не груби, Эйден. Господи, да расслабься ты уже. Где мой старый кореш? Помнишь? Я за компом, а ты занимаешься мужской работой. Я хочу помочь. Ищем-то мы одно. Ответы. Кто на нас напал? А ты, говорят, зашел в тупик. Итак, у меня есть добрые вести. Мерло! Опять ты? Мерло, это твой косяк. Херня. Ты еще легко отделался. Слушал бы меня, никто бы и не узнал. И не погиб бы? Моей племяннице Лене было всего 6 лет. Нет, вы поглядите. Обвинил меня в семейных проблемах. Дэмиан разозлил плохих парней. А как же я? А что ты? Я тоже пострадал. Я стал калекой. У меня все отобрали. Дошло. Нужно держаться вместе. Обойдусь без тебя. Был другой хакер. Был второй хакер. И я знаю, как его найти. Может и так, Дэмиан. Но ты не справишься. Без меня. А вот я без тебя. Запросто. Да постой ты. Это же зацепка. Ну-ну. Я уважал Дэмиана. Он научил меня всем выкрутасам с кодом. А я в ответ научил его работать с людьми. Человеческий фактор не менее важен. Мы были командой. После аварии я забыл о нем. Вычеркнул из своей жизни. А он опять нашел мое слабое место. Он что-то знает о Мерло. Так, часть первая. Спасибо за совет. Задание выполнили мы. Так, теперь давайте посмотрим на карту. Давайте сначала мы лучше разблокируем вышки CTOS, так как это тоже нам надо будет делать иногда. Ну и получим там, может, несколько очков исследований. Не знаю, посмотрим. Еще пока ни разу я не разблокировал, так что сказать точно не могу, что нам за это дадут. Блин, а концентрацию забываю использовать. Сейчас я просто ее проверил. Все очень круто с ней. Так, вот мы приехали. Теперь нам надо будет как-то подняться наверх, что ли. Ну да, так и надо будет. Только где вот найти этот проход наверх? Сейчас мы будем искать. Но это должно быть вот в этом доме. Может, будет какая-то лестница или еще что-то. Попробуем. Вот здесь. Нет, не получается.
Ух, тут новости. О, даже нас показывают, круто. Эйден Пирс снова сеет хаос. Свои действия он пытается выставить в лучшем свете, но люди натерпелись. Некоторые считают Пирса террористом, но справедливы ли подобные выводы? Этого мы пока не знаем. Он не заявлял о своих политических убеждениях. К тому же его жертвами становятся лишь бандиты. Однако в глазах полиции Мститель остается преступником. Они считают, что он обязан предстать перед судом. Так, друзья, я, кажется, понял, что нам надо сделать. Вот здесь мы поднимемся. И тем самым пройдем на ту сторону здания. Так, вот это вот здесь. Да, отличненько. Здесь у нас получается закрыто, да? Сейчас мы будем это все взламывать. Вот там уже открыли дверь. И еще надо открыть вот ту дверь. Не знаю, у нас вроде бы уже получилось. Ага, вот. Все у нас уже открыто. Теперь мы можем спокойно сюда заходить. Отличненько. Да-да, здесь есть проход. Так, ага, сюда. Понятненько. А, вот мы и разблокировали, считайте, вышку. Круто. А, вот и убежище у нас получилось. Второе. Опыта 250 дали. Да, нормально, будем вот так вот разблокировать вышки и получать тем самым опыт и очки. Так, друзья, я переместился сразу к убежищу. Сейчас будет намного быстрее к нашей точке. И поэтому сейчас мы пройдем полное обучение. Нет, нет, нет. Точно не пройдем. Сейчас мы будем взламывать людей, если получится у нас. Но, смотрите, не получается. Еще одну вышечку мы взломаем. Чтобы у нас еще было одно убежище. И еще пару очков умений. Нам это пригодится, конечно. Так, вот мы и прибыли, считайте. Припаркуемся. Сейчас будем искать путь наверх. Здесь закрыто у нас. Вау, кстати, тачка вроде бы прикольная. Вот здесь у нас что-то есть. Только надо как-то пройти на ту сторону. Ага, так у нас не получится, печально. Или тогда на эту сторону как-то нам надо пройти. Вот, я уже понял как. Вот так мы это все сделаем. Все будет замечательно и быстро. Кстати, прикольно он прыгает. Настоящий паркурист. Круто. Самое главное вот сейчас просто не упасть вниз. Если это, конечно, возможно. А так все будет замечательно. Так, мы сейчас должны будем открыть эту чертову дверь. Там находимся мы. Ага. Все отличненько. Дверь открыта вот так вот быстро. Разблокируем давайте эту вышечку нашу. И еще одно убежище мы получили.
Район разблокирован. Так, уже прыгать мы вниз так не будем. Резко. Сделаем это потихоньку. Блин, здесь мы никак не пройдем. Стоп. Понял. Можем сюда залезть. Поднялись и удираем отсюда. Ага, вот смотрите, на карте что-то здесь обозначено. Оповещение сети ОС. Преступление обнаружено. Да, давайте мы убьем этого преступника. Поможем жителям. По новостям почему-то показывали, что мы типа нарушаем закон. Обманывали людей. Поэтому сейчас мы будем делать добрые дела. Чё зыришь? Так, смотрите это. Ага, надо было, блин, скрыться от этого. Ой, ладно, так уж и быть. Но преступление он пока не сделал, это радует. Вот сядем мы сейчас в эту машиночку интересную. С лестницей наверху. И поедем к нашему главному заданию. Ух, как ее заносит так красиво. Главное, никуда не врезаться. О, отлично. Я думал, что мы врежемся. Не знаю, вот здесь мы сейчас успеем приехать. Да, успели, отлично. Ай-яй-яй. Блин, не получилось все-таки проехать, чтобы не врезаться. Ну ладно. Главное это ехать до конца. То, что мы сейчас и сделаем. Правда, это не очень близко. Наше задание. Поэтому придется немного поехать. Ну, разузнаем новые места. Здесь мы еще не были ни разу. Поэтому это местечко для нас новое. Стоп. Вот нам, по-моему, сюда, да. Вспомнить называется наше задание. Давайте вспомним. Правда, это мы уже, кажется, вспоминали. Это на кладбище. Давайте начинаем.